если мы раньше писали договор купли-продажи в простой письменной форме и шли в управление или в Росреестр по регистрации прав, то сейчас мы, промежуточное звено, мы идем к нотариусу, который проводит экспертизу документов, и уже затем мы идем регистрировать само право. Значит, если такое нотариальное заверение будет отсутствовать, то, скорее всего, в регистрации права будет отказано. Но плюс еще в том, что если это все сделано, то сам срок регистрации уже становится меньшим. 3 дня – это если мы пришли лично, и в электронном виде – 1 день.